Накануне в Григориополе всех угощали национальной кухней, пели и танцевали. В городском парке развернули сельские подворья. Так прошел фестиваль винограда. Так в Григориополе зазывали гостей на праздник винограда. Фестиваль здесь провели впервые. В городском парке вдоль дорожек сельские домики. Хоть и бутафория, а вот бочки и дробилки для винограда настоящие. На столах угощения для всех. В каждом подворье концерты. Мы приехали из Пеи со своей выпечкой, очень вкусной, традиционной, плаценты, голубцы. Приехали мы, конечно, с хорошим настроением, чтобы радовать всех, приглашать на наш стол, чтобы все угостились и попробовали из наших блюд. И, естественно, у нас девочки сегодня споют самые веселые, самые народные песни. А это корчма у Солохи, не хутор близ Диканьки, село Карманово. Все красиво подготовились, устроили красивый праздник для всех. Мне понравилась и выпечка, и песни. Тут и песни разные поют, и молдавские, и русские, и украинские. В Григориополь привезли угощения и песни со всего района. Здесь мы встречаемся вместе, села, и не только, как бы... Так, на советах, на совещаниях главы встречаются, а вот работники вообще не, редко. А так, вот есть такие праздники, можно встретиться, можно поменяться опытом. Хочется еще больше чего-то сделать для села и для своих жителей. Наш край, он именно благодатен именно виноградом. Сегодня вот это позволяет сохранить наши традиции, которые издавна мы сохраняем и, думаю, будем развивать в будущем. Фестиваль винограда в Григориополе планируют сделать традиционным. Проводить его будут в середине осени.